Привет, бои и скауты, с вами Кьюбайт. Вот мы вместе и завершили третий сезон пацанов, я посмотрел финал. Сейчас будут самые яркие моменты серии, потом, конечно, мы обсудим саму серию и финал целиком. Ну и, в смысле, весь сезон. Начинается как граждан... нет, как Мстители 2 там. You have a real family. But aren't you mad at me? Break, and sometimes they are the things that you love the most. But that's all it is. У него случайностей много. Папа. Хорош, она даже ослабшая смогла выбраться. A dose of novichok. A weapon against Soldier Boy. The only fucking dose on the Eastern Seaboard. Кстати, обещали в этом сезоне рассказать про ММ, почему он пьет, почему у него такое прозвище, но вроде как... Я не помню, чтобы было такое. В комиксах это понятно, а вот здесь... Он там пил реально вроде молоко. Имя и фамилия. Это где-то говорилось, но это же, по-моему, типа в шутку было. Ха! Вот он! Бобер! Боевой бобер. Когда идешь со своими выдуманными друзьями. Мне нравится, как Хоумлендер реально уважает Нуара. Единственного. Это папа мой. Блин, ну они прям... What? Угу. О, поезд в прошлом костюме своем. Опа, микрозаймы рекламируют поезд. Такое мы не одобряем. Блин, брата вообще ни за что. Он-то попал под горячую руку этого ястреба. Его бросили там в стену или куда он там его откинул. И теперь вообще, он теперь вот инвалид вообще. Обидно за него. Saved your life. It looks like he gave you a concussion. He stopped me from taking more V. Have you ever had pizza rolls? Pizza roll, это вообще как это выглядит? Ну вот и Мэйв позвонила. А что искупаться? Она может искупаться пойти. Good to see you again. Glad you're okay. It's like you wear a neon sign that says raw dog meat. I'm gonna let you two. Ай, получил от матери за трещину. Почему мне начали звонить в момент вместе с Бутчером? Опасно, опасно. Ну понятно, что он не убьет Хоумлендера, это прям очевидно. А водой надо смочить же. Хм. Про папу интересно узнать. То есть так все просто, он мог раньше посмотреть в этих записях компании, что это такое. It's funny, you know, everyone thinks of you as this unreadable sphinx. Not me. I see through that mask. I mean, literally, I can see your face. Your battle scars. Did you know that I had a father out there? Нуар! А Нуар, а как? За что убили Нуара? Я ждал, что у него какая-то тайна будет. Ну в сериале он, по сути, был реально тайный, а теперь его просто убили. Новичок выбросили, да что такое? Они его искали, искали. Стоп, а он же где-то упадет. Блин, прикольно, если бы сделали сцену после титров, как он падает.
Or maybe when you fucked an octopus. You really want to help? Ashley, take off that wig. Пообрывала. А, ну получается на парик. А, нет, ну да, Хоть на что-то он способен. Валяется уже на полу просто. Сколько у них там этих доз было? Папа пришел. Where's Noir? И Мэйв. But with you and I together. Stand a chance. Nobody would. Что ж будет в конце? Они обнимутся. Ой. Hi, Grandpa. You see, дедушка? You have a family. You have him. Сейчас что-то будет неприятное. Он его как будто щитом сейчас. Not some weak, sniveling pussy, starved for attention. Блин, он сейчас еще Райана, мне кажется, прибьет. Disappointed. Shit. Такой, ну сынок там все-таки. Чисто этот, реально, гражданская война. Объединились. Wait, Homelander fucked your wife? And you want to save the brat? The hell's wrong with you? Да его там чуть-чуть, но по супергеройским меркам. Ой. Хорош Мэйв прям. О, реально гражданка. А что, так просто замки взламываются? Убираешь этот код. Ну, кодовый замок, и все открывается. Прикольно. Никакой защиты нет. О, опять Мэниак. Вот он какой Росомаха должен быть у Марвел. Ой-ой-ой. Она теперь будет одноглазая. Starlight не до... Ну, честно, силы Starlight я пока не особо понял. Там во втором сезоне, по-моему, она там чуть-чуть. О, и зуб полетел, как в этот. В особо опасен. О, еще и щит разбили. Ой, ну хорошо, хорошо, да. Поплыл уже Бучер. Ну силы Starlight хоть пригодятся. Давай. Ну, я думаю, ему не лучше смотреть на запись. Он сейчас реально вколет сыворотку. У него телепортация, как бы, она полезная, но еще он его телепортирует просто. А он хочет темноту сделать? А наоборот. А, она же заряжается, точняк, я и забыл. О, летать начала! Ну во, как в комиксах, все. Имба. Нормально, нормально. Ну, правда, ей нужно много энергии, чтобы, конечно, подзарядиться и... О, Танос, Танос. Чисто Танос. Напряженно, напряженно. Что ж сейчас будет? О! Теперь он не супер хорошо слышит. Ну, по крайней мере, на одну. Сын, конечно, чуть подбешивает. Он такой, какой-то амебный максимально. Ну, понятно, понятно. Не, Мэйв супер красотка вообще, не знаю. Неужели реально солдатик умер? Хоумлендер как будто не в полную силу дерется. У него, он должен быть, мне кажется, яростнее гораздо и быстрее, а он как-то так. Надо было Бучеру не leave. Спасать мелкого и все, уже закончилось. Ой, а вот и сработала сыворотка. Не, ну Бучера не убьют, конечно, но что-то придумать они могут. Если создатели так сделают, это одновременно как бы себе и в ногу выстрелят. Но это будет смело, но вряд ли такое сделают. Months, 12,
18 on the outside. Ну понятно, короче, еще там сколько, до пятого сезона он протянет. О, oh, God. Как? Well, you, а как она жива? Ну, короче, и солдатик, like... значит, жив, если Shit. Она выжила. А, ну вот он жив, ну понятно, ну как бы здесь реально изи было, что он живой останется. На глубину, на дно опустили. Butcher can suck my shit. Hm. Oh, from now on, this is a democracy, huh? Вернулся. Ну, Сингер президентом станет, а она станет вице-президентом, и начнется правление суперов. А Хоумлендер потом станет президентом. That bitch is definitely gonna go. Do you wanna meet someone? О, скажет, мой сын. Ой. Сейчас будет не... Хорош. Они такие, да! Ну все, сынок тоже уже поехал. И вот я видел в чате, что там писали, типа, ой, там все, это вообще серия там на 3, там из 10, что-то такое. Мне кажется, 1/6 серия, как бы, она перебивает вообще, она перебивает второй сезон, и можно уже кайфовать только от этого. Мне понравилось, не знаю, мне не было скучно. Ну, в любом случае, не бывает так, что, типа, все... 8 серий, только один экшен, и не развивают никак персонажей, а без этого... Если бы во втором сезоне не развивали персонажей, то в третьем сезоне не было бы столько экшена, вот и все. Поэтому то, что в финальной серии они подвели все, ну там, завязали вот эти узелки и подвели к третьему сезону, по-моему, нормально. Вот, классно. Вообще, третий сезон, это просто офигенно. Пока лучше звоните Солу, очень странные дела, но я еще финал не досмотрел сезона. И пацаны, это вообще вот в этом сезоне, там весна-лето, это прям офигенные сериалы, которые... Они все разные, ну, это вот три сериала разных абсолютно, но прям все офигенные. Очень странные дела, сезон гораздо лучше прошлого, пацаны гораздо лучше прошлого, сезон... ну, лучше звонить Солу, там все и так было прекрасно, вот. Короче, прям сезон обалденный, не знаю. Возможно, даже лучше первого, но тут нельзя так говорить, потому что все вкупе это считается. То есть, если бы не было первого, не было бы третьего... Парадокс такой. Но, короче, офигенный сезон. С Нуаром, да, к сожалению, с Нуаром я думал, что-то еще будет. Ну, я все еще надеюсь, что что-то будет. Но пока Нуар F. А солдатик, я думаю, что вернется. Не зря показали эту сцену, да и... Хоумлендера лучше раскрыть. Ну, я бы хотел вот в этой серии, чтобы Хоумлендер был как-то пояростней. Все-таки тут какая-то вот прям такая была пиковый момент. И он, ну, какой-то слишком, не знаю... Слишком вялый был, вот. А в целом, да нет, Хоумлендер раскрыт уже и так. Тут остается только его доводить до состояния вообще безумия. Что будет, наверное, дальше. Блин, пацаны, вообще, третий сезон, это прям реально спасение. Потому что если бы была только Мисс Марвел, например, то это было бы не так весело. Пацаны прям суперские, они столько экшена подарили, столько эмоций. Ну вот да, этот пацан, Райан, он да, он, конечно, чуть-чуть раздражает, но он не то, что раздражает, он какой-то вот никакой, не знаю, у меня нет к нему каких-то симпатий как к персонажу. Ну, наверняка он в следующих сезонах, я не знаю, если его вводят и как бы дальше тянут, но в третьем сезоне его показали там в скольки, там, в 2-3 сериях, и то там, если его хронометраж собрать, то там 10 минут, наверное, будет на весь сезон, а весь сезон это почти 8 часов, да? Да не почти, а да, 8 часов, грубо говоря, есть. А и он там 10 минут появляется из 8 часов, как бы, и, видимо, он так не особо был нужен, но вот его сейчас водят, видимо, он тоже будет такой чуть странный. Ну, тем более, пацан этот подрастает, я думаю, ну, хотя уже сейчас 4-й сразу будет снимать, ну, постепенно он такой взрослый будет, будет, может быть, про него какой-нибудь потом сериал отдельно сделать. Тем более, Рик Крипке говорил, что будут спин-оффы, там про, типа, Людей X будут спин-оффы, про еще что-то будут спин-оффы, ну, то есть уже мультсериал сделали спин-оффный. Короче, много всего, ну посмотрим, что из этого выйдет в итоге. Круто, что в этом сезоне вообще не понимаешь, чего ждать от Хоумлендера. Раньше он, в принципе, был предсказуем, хоть и нервы у него были накалены. А в третьем сезоне он реальный психопат, может обнять или убить любого человека. Это прям очень улучшает эмоции от этого сезона. Согласен, да. Ну, Хоумлендер вообще, то есть тут к нему, я уже говорю, что его даже обсуждать толком нечего упоминать, потому что он просто офигенный, ты просто смотришь и радуешься, как он, как персонаж отыгран и вообще, что за персонаж, очень крутой. Ну, в комиксах, конечно, с Нуаром гораздо такой прям сюжетный поворот, но здесь он бы не сработал, потому что известно было бы из комиксов, и его сразу бы спалили, а вообще в комиксах крутой поворот с Нуаром. Сезон завершен, нам еще больше года, наверное, ждать начало 4-го сезона. Я вот, кстати, футболочки специально смотрел, которые у меня со второго сезона еще осталось.
офигенный. Третий сезон прям на одном дыхании смотрелся. Очень круто. Часовые серии, но смотрелись с интересом. Вообще прям обалденно. И финал сезона, да, он, конечно, не был каким-то взрывным, типа... Ты, там, за голову ты не держишься, когда ты досматриваешь его, и что же будет в конце. В целом, ну, интересно, конечно, что будет в четвертом сезоне, но по сравнению с предыдущим, например, сезоном вторым, третий сезон, он как будто на голову выше, очень круто постарались, круто сделали, прописали, каждая история, каждая линия, она интересна. Интересно, чем это будет вообще вся история завершиться, но она завершится, наверное, еще прям не совсем скоро. Вроде как 5 сезонов будет точно. Посмотрим. То есть Бучер, ну, Мэйв все ушла, с Нуаром пока непонятно, но вроде как его убили и убили. Хотелось бы, чтобы его линию как-то завершили, но вроде она и завершена в этом сезоне. Рассказали его предысторию, рассказали, как он таким стал, ну, в общем, его страдания душевные, и, в общем, все. На этом он ушел из команды. Да там от семерки-то, по сути, ничего не осталось. Остался только Райан, сын, как бы, ну, не Бучера, а Хоумлендера. Сам Хоумлендер и все. Ну и вот еще солдатик, он вроде как жив. Я думаю, что он вернется, это было бы логично. Потому что, ну так, просто не может все это закончиться. Ну а история самой команды пацанов. Starlight наконец-то проявила себя. Пацаны все офигенные. Там ММ, его история. История этого французика. Кимико в этом сезоне. Да все то, что можно. Кьюи тоже, они все там как-то менялись. Короче, интересно. Да, финал он... Не прям огненный, но мне понравилось, то есть я не был разочарован финалом, именно финальной серией, а так вообще третий сезон, он подарил столько эмоций, что, не знаю, тут грех на него как-то плеваться, спасибо, что глядели вместе, или на канале, или в записи, или в прямом эфире, большое спасибо, это, ну, смотреть вместе тоже здорово, это такие совместные эмоции, это какая-то такая энергия, было круто. Пишите, что вы думаете по поводу третьего сезона, по поводу всего сериала, ну и оставайтесь на канале, чтобы новые ролики не пропускать. Всем пока!